Бытие, глава 38. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату своему». Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, одоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: «Вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотился к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего одоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи это вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя
Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара.